почему мужчины любят сучек. Более-менее интересная книга. Надеюсь, буду читать, запоминать слова английские. Шерри Эргов. Аргов. Аргов, я думаю. This is... Who is? This is not American. Аргов. Last name. Oh. Look. Давай. Шерри Аргов. You look? Yep. Надо все. Короче, вот раскрасочка такая. Буду нервы успокаивать. Вообще, вот смотрите, 12, почти 13 долларов. А эта книга 15 долларов, 16. Вот. Такая обстановочка. Там, кстати, Starbucks, вот там кафешечка. Вот так. Кафешка Туканас, бразильская кафешка. Пришли пожрать. Здесь только живут. Мясо на верфиле, овощи на верфиле. Так что ждем. Пойдем вот там. Пойдем вот там. Пересели на другое место. No, maybe I'm her pocket. In Colorado, bags are 10 cents each. Not here, not yet. So, still get it. Теперь никто не будет внимания обращать. Там у меня нет цветочков. Thank you. Good day. Вот, все купили книжечки. Типа, счастливая wife. My sweet uncle. Yep. Спасибо. После кафешки заехали в Макдональдс. Захотел десерта. Смотрит. Пока еще никто там не разговаривает, но смотрите. Смотрите, сколько калорий. I think I need to go to the thing. Что-то никто не разговаривает с ним. Вот. На улице темно, 10 час вечера. Так что так, елись в этом бразильской в ресторане. Там тебе приносят еду на вертеле. Мясо, овощи и ананас. Вот. Ну, ждем в очереди у Макдональдса. Это вообще очень долго. Я не знаю, как будто там один человек работает и обслуживает всю кафешку. Около 10 минут ждем. Там еще сзади такая ситуация. Вот так вот. Это деревья красивые. Спускаются, видите? Цветочки, цветочки. На улице прохладно, правда. Не май месяц, как говорится. Я работа for McDonald's, I'm safe for you now. Да, you now before sale. No, I'm before sale. Where's your Walmart? Да. Все, очередь наш дошла до нас. I was at the intercom. Okay, yeah,
one of us had a headset on at the time, and it only sounds for one lane and not the other one. Okay. But what can I get started for you? I'll take an M&M McFlurry. Это ничего, что в Макдональдсе. Это он хочет сладкое. Я лучше воды попью. Вот. Вот your take, смузи. Милкшейк? Да, молочный коктейль. С шоколадом, с сиропом. Ну вот, факи раздает. Слово shit. Вот, дерьмо тоже раздает. Потому что злой, что там очень долго ждали в линии. What I'm doing now, this is illegal. No, never, no, do this, okay? You look what I'm doing. This is bad. Ooh, bad person. Ooh, bad. Bad word. Okay, and now all better. Maybe check your mail. Check mail.